Всем привет! В эфире дневной выпуск новостей на канале Breakfast Show. Меня зовут Юлия Панкратова. Сегодня 24 сентября. И сейчас кратко о главных темах этого выпуска. Child Free плати. Госдума определилась с размерами штрафов за пропаганду бездетности. Первым делом вертолеты в Омске арестованы подростки, которые сожгли МИ-8. Это уже второй случай за месяц. Клебуста заявила о завершении проекта. Создатель тяжело болен. Штрафы за пропаганду идеологии 3 составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов для юридических лиц, заявил спикер Госдумы Володин. По его словам, депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о несуществующем, замечу, движении чалтфри. В правительстве поддержали законопроект о штрафах за пропаганду «Чайлдфри», в Кабинете министров считаю, что такая мера поможет в сохранении и укреплении традиционных российско-духовно-нравственных ценностей. В рамках законопроекта предлагается запретить пропаганду Child Free в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. В июне запретить идеологию Child Free призвали в Минюсте, а на прошлой неделе о необходимости запретить ее на законодательном уровне заявила спикер Софеда Валентина Матвиенко. Путин предложил принять закон, позволяющий Бастрыкину остаться главой Следственного комитета. Он внес в Госдуму законопроект о возможности продления президентом России срока пребывания на службу председателя Следственного комитета, достигшего 70 лет. Пост главы СКР с 2011 года занимает Александр Бастрыкин. 27 августа ему исполнился 71 год. В законе о Следственном комитете России сказано, что предельный возраст пребывания на службе в СКР 65 лет, хотя может продлеваться. Продление срока пребывания на службе сотрудника, достигшего возраста 70 лет не допускается. Говорится в законе. Ну, теперь будет говориться по-другому. Омский суд арестовал двух 16-летних подростков, которые подожгли вертолет Ми-8 на военном аэродроме. Два парня бросили в Ми-8 коктейли Молотова и скрылись с места происшествия. Вскоре их задержали. Подростки рассказали, что получили задание в Телеграме. За поджогом пообещали заплатить 20 тысяч долларов. Ну и это не первый случай за последний месяц. В ночь на 11 сентября в аэропорту на Ябрьске и Малоненецком автономном округе сгорел вертолет Ми-8. Поджоги заподозрили двух подростков 13 и 14 лет, которым обещали заплатить уже 5 миллионов рублей. Также в Омске участник войны в Украине убил бывшую супругу Евгений Кармаренко, напал на нее прямо на улице, избил и зарезал. После этого он протащил ее по асфальту. Однако, когда увидел, что на него смотрит сосед, бросил тело. Кормаренко признал свою вину, его арестовали на два месяца. Родственники погибшие утверждают, что после возвращения с войны Кормаренко вел себя неадекватно и один раз уже избил свою бывшую жену. После этого она подала на развод и обратилась с заявлением в полицию. Пытаясь вернуть жену, Крамаренко угрожал ей поджечь ребенка. У девушки осталось двое малолетних детей, она работала воспитателем в детском саду. В Хантамансийске бывшего вагнеровца Алексея Константинова осудили за убийство сослуживца на 9 лет строгого режима. Свидетель убийства рассказал в суде, что они компании выпивали в гараже, и потерпевший рассказал, что был в подразделении, в котором обнуляют дезертиров, наркоманов и иных провинившихся, и убивал их лично. После этого Константинов взял топор и ударил потерпевшего по голове 9 раз. Константинов в суде утверждал, что не помнит причину конфликта, но допускает, что слова убитого могли вызвать в нем вспышку агрессии. Районный суд при вынесении приговора счел участие Константинова в войне в Украине смягчающим обстоятельством. Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае. Там, напомню, умерли четверо детей. Итак, версия отравления в дыхании разоля от насекомых, которым был обработан дом. Иска еще вчера вечером сообщил, что в день отравления отец семьи обработал дихлофосом квартиру, в которой они проживали. Вместе с тем в ведомстве отмечали, что эксперты не обнаружили следов химического препарата для уничтожения насекомых в организме мужчины и одной из умерших девочек. На экспертизу из дома пострадавшей семьи также направили удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды и ветеринарные лекарственные препараты. Минздраве Красноярского края сообщили, что родители погибших детей находятся в удовлетворительном состоянии. Красноярский художник Василий Слонов приговорен к году исправительных работ из-за неваляшки с тюремными татуировками. Суд также постановил уничтожить две неваляшки художника. Слонова признали виновным в неоднократной демонстрации символики экстремистских организаций за неваляшки с восьмиконечными звездами. По версии обвинения, звезды якобы соотносятся с движением АУЕ, которое запрещено в России и которого, в общем, не существует. Василий Слонов уже заявил, что обжалует обвинительный приговор. «Я потрясен дважды решением по уничтожению культурных ценностей нашей Родины. Две неваляшки, которые сейчас находятся в неволе, их нужно вызволять, нужно выручать каким-то образом», — сказал художник. Онлайн-библиотека Флебуста, возможно, исчезнет. Ее создатель сообщил о завершении проекта в блоге на сайте библиотеки. Он заявил, что у него выявили опухоль головного мозга. Сейчас он находится в больнице. И цитата. «Я в больнице с неприличных размеров глиобластома, и, к сожалению, Флебуста на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело, сервер оплачен еще на несколько недель». Пользователи сайта желают здоровья создателю и призывают его передать доступ к администрированию библиотеки другим людям. Онлайн-библиотека «Флебуста» появилась в 2009 году. В ней публиковалось большое количество книг, которые можно было скачать бесплатно. В 2016 году Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке сайтов «Флебуста» на территории России в связи с жалобами правообладателей книг. Думаю, если честно, что флебустой пользовался хоть раз каждый из нас, кто читает и сидит в интернете. Спасибо за внимание. Таковы главные новости. И до встречи завтра. Не забудьте поставить лайк. Пока.